Желаю начать вечернее богослужение с чтения Слова Божьего. Это будет один стих из книги Откровения, из первой главы, стих под номером 20. Слушайте внимательно. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей. А семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». Братья и сестры, почему перед началом этого богослужения я использую этот текст? А для того, чтобы вы знали, что вы есть церковь. Мы есть церковь. Мы не просто собирание верующих людей в этом бетонном здании. Мы есть организм, общество, которое Слово Божье называет церковью. В чем положительные штрихи этого слова? Церковь. Это, братья и сестры, нечто, что имеет цену. Может быть, между правителями этого мира не столько высокую, но для Бога, для Сына Божьего, это есть очень высокая и ценная духовная организация. Настолько, что каждый раз, какая бы ни образовывалась церковь на земле под именем Церкви Божьей, желающей исполнять Божье Слово и закон, такая организация берется на учет и регистрируется не только, как это делается у нас в Олимпии, потому что это есть главный город, столица нашего штата, но регистрируется во вселенской столице, там, в небесном Иерусалиме. И коль так, братья и сестры, то за такой церковью всегда ведется тщательный надзор и внимание. Небо выделяет небесного представителя, который должен наблюдать за этой церковью. Нет, не роль наблюдателя или сыщика пороков и грехов, а роль небесного попечителя, высокого ответственного небесного ангела, который должен знать все происходящее в этой церкви. Это означает, что всякий раз, когда мы приходим в этот дом, мы, братья и сестры, можем случайно увидеть, что нет брата Гриши Березовского, брата Вани Браги или еще кого-то. Но никогда не бывает так, чтобы ангел, назначенный для этой церкви, не был командирован в эту церковь для того, чтобы быть в ней, быть с нею. Если так, братья и сестры, то я понимаю следующее. Никак невозможно, чтобы посланный Богом ангел для какой-то церкви пришел, как это принято, и поставил руки в карман, и где-то смотрел, что делается здесь. Небо непременно посылает с ним нечто, что нужно для церкви. Мы, простые люди, посещаем дом больного брата, сестры и непременно думаем, что взять. И когда мы готовимся взять что-то, непременно рассуждаем, что может быть самым необходимым для этого дома, для этого больного человека, чтобы удовлетворить самую крайнюю нужду, не так ли? Так, братья и сестры, наверняка делает и небо, когда посылает ангела. Он приходит не с пустыми руками. Нет, он не приносит игрушку или коробку конфет, братья и сестры, но он знает, что нам нужно, в чем есть нужда. А коль так, братья и сестры, то Слово Божье говорит нам еще и другое, что никогда не бывает так, чтобы благословение Божье или другая определенная потребность народа Божьего
просто-напросто, как капли дождя, упали. Неизвестно, кто их бросил, каким образом сюда пришли. Слово Божье говорит, для того, чтобы получить то, что нужно, нужно что делать? Сказано так, просите, правда? Надо, просите. У Бога есть правило. Ты должен обязательно что-то сделать для того, чтобы Он ответил на твою нужду. Вы знаете, я слушал проповедь однажды, заканчивая это коротко, где неверующий человек задавал вопрос тому, кто его случайно на автобусной остановке встретил и пытался сделать христианином. И таким образом взял коробку у этой женщины в свои руки, потому что она была тяжелая, и стал с ней идти и говорить ей о Боге. И та просто-напросто сопротивлялась, как неверующий человек, постоянно чем-то отталкиваясь от его правильных рассуждений. И она сказала, ну хорошо, если Бог настолько милостив по твоим словам и прощает всякого грешника, и прощение куплено ценой крови Сына Божьего, тогда зачем идти в Дом Божий? Зачем называться христианином? Прощение куплено и спасение приготовлено. И он ответил так. Ты когда-то испытывала жажду? Испытывала. Представь себе, что ты сильно жаждешь, и есть бутылка воды, которую практически ты видишь и можешь удовлетворить свою жажду. Но ты должна сделать свою часть работы. Ты должна или купить ту бутылку, или взять ее, если тебе ее кто-то предлагает, открыть и выпить эту воду. За тобою есть тоже определенная ответственность и труд, пусть маленький. Таково правило Божье относительно всех благословений, которые Он приготовил и, может быть, послал через ангела для этого вечернего служения. Но есть, братья и сестры, моя и ваша часть. Мы должны подняться на ноги и смиренно совершить молитву и спросить Божье благословение. И получим его. Аминь. Молимся. Господи Боже, благодарим Тебя за то, что Ты привел нас в Дом Твой вторично в этот день, воскресный. О, слава Тебе, Святой, за такие воскресные дни. Как приятны они, как хороши они, Господи. И отдых для тела сопровождает нас, Господи, и многие Твои небесные приготовления становятся доступными для нас. Великий Бог, любящий нас безмерно, слава Тебе за этот день воскресный и благословенный Тобою, который Ты приготовил. Пусть милость Твоя будет дана нам, Господи, на это служение. Великий Бог, прежде всего слава Тебе за то, что Ты сотворил дни воскресные от создания мира и человека. Нет ошибки в этом, Господи. Я знаю точно, что самые благие намерения у Тебя были, когда Ты сказал, этот день есть день седьмой, который Я осветил. Ты, Господи, осветил этот день, и в такие дни мы получаем Твое благословение. Мы имеем общение с Тобою, Господи. Ты даешь нам возможность отдохнуть от трудов. Как прекрасны эти дни! Слава Тебе и за этот день воскресный! Мы пришли в Твой дом, Господи, мы знаем, что есть Твои приготовления, и мы просим у Тебя, пусть елей Твой, Святой, Твои помазания, Твои благословения сегодня изливаются на весь Твой народ, на все, что будет здесь делаться. Дети будут принимать участие в служении. Благослови их, молодые уста и сердца, Господь, и прославься и через детей, ибо таковое имело место, и это приятно Тебе. И также пусть и все остальные, и поющие, и слушающие, будут объектом Твоего благословения, а также людьми, приносящими Тебе славу. Слава Тебе и хвала в этот час, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Перед початком служения заспеваем песню «Иисуса имя сладко мне». Иисуса имя сладко мне. Отворил я все душе.
Слава Богу, браті і сестри. 13 розділ Євангелія Луки з 10-го вірша читаємо. В одній із синагог учив он в суботу. Там була жінка, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер! Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла своего в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противящиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Така чудова історія, як Бог вступився за жінку, яка мала дуже велику проблему. І проблему не день, не місяць, не рік і не 10. 18 років страждала ця жінка. І в цей якраз день, в суботній день, вона була там, де був Ісус. Вона прийшла в синагогу. І в синагогу я не знаю, наскільки як було в дні Ісуса Христа, але зараз, я думаю, що воно похоже було, жінки і чоловіки, так як колись в наших зібраннях було, брати сиділи в одному місці, сестри в іншому, і розділення було. Навіть в синагогах була там така стіна, можна сказати, між ними, якийсь занавес був. Але коли молитви немає, то вони могли переходити один до одного, у всякому разі в наш час в синагогах так. І Ісус прийшов і вчив там, в синагогу. Ісусу давали слово, він приходив, брав якусь там книгу, сверток, цей, читав і вчив людей. І ось подивіться на той момент, в нас така насичена дуже програма і рано, і сьогодні. І я так коротко постараюсь зжато і хутко говорити, щоб встигнути трошки. І Ісус, коли прийшов, він вчив, його була якась, я думаю, хоча Ісус ніколи, ми не кажемо, не читаємо, що Ісус виходив і казав: «Сьогодні в мене така-то тема». Ми кажемо: «Нагорна проповідь Ісуса Христа», ми розуміємо, про що там. Але там ми розуміємо, це про блаженство. Але він не казав: «Сьогодні в мене тема буде про блаженство чи ще про щось». Я думаю, він хотів викласти те, що в нього було на серці. Коли він прийшов в синагогу і говорив там, то в нього була певна тема. Він якийсь меседж з неба приніс і хотів це довести людям. І ось в тому натовпі він побачив жінку. І знаєте, жінка там написано була скорчена, вона не могла випрямитись. Мало того, що вона була служіння, обично, як сказати по-сучасному, кафедра, стояли в мужській половині, і Ісус звідти говорив, він не міг просто говорити десь біля порога, там було певне встановлене місце, як в нас, він виходив і звідти говорив. Вона була в іншому відділенні. Мало того, вона була скручена, вона не могла випрямитись. Вона не виділялась серед людей. Це не було росту Саула, що на голову вище остальних. Ні, вона була наполовину менше остальних. Але Ісус побачив її і покликав. І вона підійшла до нього, він поклав на неї руки і каже: «Жінко, ти звільнюєшся від недугу твого». Але там сказано, сатана її скував 18 років. І от подивіться, які різні категорії людей приходять в служіння. Це так само аналогічно і в церкві буває. Вона, розумієте, не так, як та жінка, яка страдала кровотечею. Вона шукала доторкнутися, якось пробратись, доторкнутися до Христа. Там жінка була, яка не з єврейського народу один раз, і кричала: «Господи, допоможи мені». Каже: «Я не післаний до вас, я післаний до народу Божого, до євреїв, до вибраного народу». «Так, Господи, але я хочу, будь ласка, дитина моя страждає». Вона, так скажемо, штурмом брала. Ця жінка була скорчена, скручена, наполовину зігнута. Вона не могла випрямитись. 18 років, але вона відвідувала церкву, так по-нашому скажемо. В день суботній вона була в зібранні. І там був чоловік,
який завідував цією синагогою, і написано, вознегодовав, і каже, люди, є 6 днів, а 7-й день – день покою. От 6 днів приходьте зцілюватись. Він не цікавився, чи буде в ті дні там Ісус, чи що там буде відбуватись, не буде. Але в суботу не чіпайте, не отримуйте зцілення. Є один момент, 53 розділ Ісаїї, і написано, це пророцтво за Ісуса Христа. І 7-й вірш каже, «Он ісцязуєм був, но страдав добровольно, і не відкривав уст своїх. Как овца он веден был на заклане, и как агнец, пристригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. Я перепрошую, але там я не бачу зараз цього віршика. Я вибачаюся, дуже спішу, я не бачу. Але там сказано, що він страждав, Бог допустив його страждання, і написано, він страждав добровільно. Я дуже вибачаюсь, я не планував це говорити, я так хутко, я по пам'яті не можу зразу все очима зрозуміти, вже зір не той все ж таки. Але там сказано, він страждав добровільно. Не Бог заставив його страждати, Бог Отець. Він добровільно страждав. І подивіться, я просто коротко хочу сказати отак перед нашою молитвою. Браття, сестри, є різні категорії хвороб, є різні категорії наших нож, нашого тягара, якого ми несемо в нашому житті. Є хвороба тілесна, є душевні якісь проблеми, є просто життєве щось, якийсь тягар люди несуть. І, знаєте, можна просто добиватися в Бога чогось, а можна просто смиритися і шукати лиця Божого. Подивіться, ця жінка, не написано, що вона роптала. Вона не кричала, що на кінець-то Бог мені відповів. Вона просто почала славити Бога. Вона ходила 18 років в дім Божий. 18 років. Можливо, з паличкою, можливо, на костелях. Там не кажеться про це. Але вона не могла випрямитись, вона зігнута була. І одні добивалися. І іноді так, знаєте, як Бог тій жінці казав, каже, нехорошо взяти хліб в дітей і кинути псам. Так, Господи, ну і пси їдять крохи, які падають зі стола Господь. Але мені якраз оця жінка, воно для мого серця, для мого розуміння Бога, воно мені більше до вподоби. Коли сказано за Ісуса Христа, що він страдав добровільно, і там навіть сказано, що раб мой понесет гріхи многих. Раб мой. Ісус став в положення раба. І стязуєм був, плювали на нього, говорили лихі слова. А він просто смирився, щоб просто потім понести наші гріхи. Я чув свідоцтво одного чоловіка, я не знаю, як там можна констатувати, як сон був, як видіння чи іступлення було. Але він побачив Ісуса Христа. І бачить велика книжка в Ісуса Христа, і там книжка його життя. І він каже, Господи, а чому до 40 років тут чисто, а далі написано? Ісус каже, бо в 40 років ти прийняв мене як Спасителя, а ти до цього не знав мене. Каже, так, Господи, але я дуже багато неправильного робив в житті. Ісус каже, чи не читав ти в Євангелі, що кров моя омиває всякий гріх, я все очистив. І цього немає, ти чистий. І тут чисті сторінки, а твоє життя нове почалося після 40 років. Апостол Павло пише, каже, раб Ісуса Христа, призваний апостол. Апостол до служіння, до якогось призиває нас Бог. Бог не призиває нас бути рабами. Рабами добровільно можна лише стати Богові. Ісус не заставлений був Богом цим прийти на землю. Він прийшов добровільно. І добровільно став рабом, добровільно страждав. І апостол Павло каже, я раб Ісуса Христа. Подивіться, він спробував говорити, в нього були якісь проблеми. Я не беруся тут тлумачити, що саме за проблеми. Але каже, я трижди просив у Господа. Або каже, довольна з тебе благодаті, ібо сила моя проявляється в немощі. І він каже, я раб. Я просто прийняв цю волю Божу. Апостол Петро каже, я раб Ісуса Христа. Бог не заставляв їх бути рабами. Ісус каже, ви не раби мої, я називаю вас друзями, не рабами. Але ви не добровільно стали в те положення. Знаєте, коли просто людина стає перед Богом в положенні, в такому, що іноді тягар є в житті. Подивіться на Мирославу. Я один раз був в Мирославі, як вона була в лікарні. Знаєте, мене просто не було слів, що казати. І ми прийшли додому, я до жінки кажу, це просто місіонерство. Ти приходиш туди і ти розумієш, Господи,
я все маю. І іноді якесь недовольство. Вона лежить, говорити не може. За нею повний уход. І її тільки рідні розуміють. І там нема ропота. Це просто місіонерство. І не кожен може потягнути це. Не кожен має це покликання. Це місіонерство. Є дуже багато таких людей. Я ще коли ще молодий був, ще не женатий, і ми їздили на Львівщину. Я не знаю точно населений пункт, який там. Галя була така скручена. І ти приходиш до неї, а вона тебе ободряє. І люди приходять і уходять звідти зовсім іншими людьми. Це місіонерство, браття, сестри. Бути рабом Ісуса, хтось сказав так, вище в міри звання, раб Ісуса Христа. Ми багато чого вимагаємо від Бога. Ми ж діти Божі, ми царі царів, ми ж посаджені на небесах. Браття, сестри, бути рабом, Бог потурбується про тебе за все остальне. Псалмопівець каже, я вірував і потому говорив. Легко свідчити про те, що відбулося. Важко свідчити, коли ти ще з тягарем на спині. Але ти йдеш в Дом Божий і знаєш, що Бог тебе бачить. Ти йдеш, сидиш там, як та жінка, в жіночому відділі. І скручений. Але Ісус бачить. Амінь. Ісус бачить, ми перед лицем Божим, браття, сестри. Часто можна, брат Віктор сьогодні сказав таку пастирську проповідь, і вона актуальна, потрібна, необхідна, і може не комусь скучно це слухати, але це дуже потрібне. Це дуже потрібне. І іноді так відносяться, і тут проповідується. Брат Саша тільки говориться до записки, все одно якийсь рух, як іде. Браття, сестри, статус раба ніколи тебе не виштовхне, бо ти маєш співчуття. Коли в іншого проблема, ти не втічеш, бо ти співчуваєш. Статус раба завжди має в серці переживання за іншого. І оце саме найкраще, коли ти погоджуєшся. Знаєте, як апостола Петра, Ісус питає, каже, чи ти любиш мене? Каже, Господи, ти все знаєш. Сама правильна відповідь. Господи, ти знаєш мій тягар? В кожного з нас щось є. Якийсь тягар там на спині несемо. Я знаю, прийде час, і Бог це зніме. Амінь. Бо Бог бачить нас. І зараз, коли ми йдемо до молитви, браття, сестри, Бог може говорити через кого завгодно. Я багато раз свідчив, як Бог одного разу через невіруючу людину говорив моє життя. Через невіруючу людину. І ви скажете, чи таке може бути. А Моїсей отець не був з народу Божого. Прийшов до Моїсея і дав такі наставлення, що користуються до цього часу. Так буває. Я був в 4 класі, коли померла моя мама. І в нас була одна сім'я віруючих на колгосп. І, звичайно, одна віруюча сім'я в школі. І тут і так допікають постійно, отак, ото богомол, богомол постійно, ще з Західної України, в Криму жили, це тебе дві клічки, бендеровець і богомол. І тут мати померла, а тут тільки отакого старших хлопців постійно тільки піддівають. Ну що, ну от як, от твій Бог заступився, ну що, а чому мать умерла? А от, а що тепер, і як? Тут тебе і так шкребе, а тут отако, перший день в школі. І вийшли на перерву, це зима була, сніг був, і там сніжки грають, тебе там шкребе все всередині, а тут тільки дергають тобі, то той сніжкою попаде. І підходить один чоловік, він невіруючий чоловік, і він потім по п'янці розбився на автомобілі. Але підходить до мене, я абсолютно не чекав, що Бог так зробить. Якби хтось з віруючих підійшов, сказав сім'ї, якось воно так, стандартні такі шаблонні утішення, ти звик до них і не так реагуєш. А це невіруючий чоловік підходить і каже, Петька, слушай, ну, от як, а все село зійшлося на похорони, перше віруюче похорони в селі. І каже, ну, от як у вас от там проповідали, я не дословно, я не пам'ятаю дословно, але смисл такий. Каже, от як проповідали у вас, що твоя мама на небесах, так ти ж туди теж йдеш, ти ж з нею будеш, це ж хорошо. Какая разница? Они все подохнут, извините вот за такий термін. І все, а у тебе є небо. От, це так обідрило мене, я підійшов, я сльози витирав. Бог бачить твій тягар і може сказати через ослицю. Амінь. Бог може це сказати. Браття, сестри, що б не було, я закликаю. У мене є свій тягар в житті, який я несу. І в мене є в житті оті лідери синагог. Я не маю на увазі служителів. Я образно так кажу. Ті, які кажуть,
Що там те, що там друге, що те п'яте, що те десяте. Але я знаю, що мене бачить Бог, бачить мій тягар, бачить твій тягар, браття, сестри. І зараз схиляємося на молитву. Повірте, сьогодні буде програма, будуть там виступати, говорити якісь вірші, співати. Браття, сестри, через все це Бог може говорити, щоб твій тягар знявся і ти виправився. Просто повір, прийми це від Бога. Бог може це зробити, Він сильний Ісус. Схиляємося перед Ним. Амінь. Hallelujah, 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 hallelujah. Боже, ми смиренно схиляємося перед лицем Твоїм і сповідуємо Тебе нашим Богом, нашим Спасителем. Ти наше життя, Ти наше майбутнє, Ти бачиш наше серця, Ти бачиш кожну людину, хто прийшов на це місце. Боже святий, я прошу Тебе, щоб Ти рухався сьогодні в цьому зібранні, і тягари, Господи наші, з якими ми приходимо часто перед лице Твоє, Ти бачиш і знаєш, і положи оприділення Твоє зняти, щоб народ Твій випрямився перед лицем Твоїм, щоб ім'я Твоє було прославлене в ім'я Ісуса Христа, Отець Небесний. Рухайся сьогодні в цьому зібранні через проповіді, через вірші, через співи, через всіх учасників, Господи, рухайся по залі в ім'я Ісуса Христа, Отець. Рухайся, Господи, роби в наших серцях переміну, щоб ми шукали слави Твоєї, величі Твоєї в нашому житті. В ім'я Ісуса Христа. Будь благословений наш Бог. Амінь. Thank you.
брати і сестри, слава нашому Богу. Я не на проповідь вийшов, а тільки хочу сказати, що у нас зараз буде виступати наша група, яка вже четвертий рік відучилася в підростковій школі. Це самий старший клас, випускний клас. І в нас сьогодні тема Євангелія 5 глава, Євангелія Матфія 5 глава і 14 віршик. Ви світ миру. І напомню римлянам 5 глава, 1 віршик написано: «І так, оправдавшись вірою, ми імеємо мир з Богом». І ця віра, яку діти наші прийняли, наші підростки, ця віра, вона як, можемо прирівняти, таке як наш телефон або фонарик, чи ще щось сідає, да? Ми ставимо їх в зарядне устройство, включаємо електроенергію, воно бере чардж. Так само Слово Боже, коли ми його употребляємо, це як ми получаємо цей заряд. І наша віра тоді толкає нас на хороші подвиги. Наприклад, ми світло наше, це так само, як цей фонарик, воно має світити від Слова Божого. Коли Слово Боже живе в наших серцях і так само в наших підростках, вони будуть світло для цього світу. І здається, ще трошечки молоденький вік, як сказати, хай би ще повчилися, тому що такий возраст ще треба. Але ви знаєте, що нам всім дорослим треба кожен день ця наука. І нам треба вчитися і вчитися і вчитися, щоб нам возрастати в мужа повного возраста Христового. І зараз наші студенти, можна сказати, вже екс-студенти, бивші студенти, будуть преподавати нам їжу, яку вони нам приготовили. Наші вчителі, я хочу так сказати, які нас вчителі, Наташа Соловйова, також її чоловік допомагає нам останнім часом, і Ірина Шевчик, Зара Кулініч вийшла заміж, вона поїхала в Каліфорнію, вернулась, ми раді, вона знов з нами, і думаю, буде працювати далі. І також Данік Бошко. І наш клас був 20 з чимось чоловік, а зараз, не пам'ятаю, чи 17 чоловік, що менше стало. Навіть деякі прийшли, а деякі пішли. І хочу сказати на будуще, батьки, будь ласка, наблюдаємо за нашими дітьми. Може, хтось думає, що може, в якійсь мірі, може, нам день не зовсім підходить, але в підростковій школі вчиться Слово Боже. Нема ніякого розвлічення лишнього. Слово Боже на першому місці. Сестри є старші, займаються, вони знають, вони можуть підсказати. І Слово Боже хай живе в наших дітях, хай вони показують світло. І так, перші будуть Даніїл Кальчик, Вікторія Туровець і Діана Кузьміч будуть розказувати вірш. Потім буде група, наша група буде співати «Ти непохитна скеля». Після цього Саша Панас буде говорити проповідь, і потім «Вірю я, що є на світі Бог». Сестри будуть співати. Будь ласка, економте час, один за другим зразу виходьте. Людина в житті і не раз, і не два буває дивується щиро, як бачить і чує про різні дива, і каже, велика в них віра. То хтось помолився і руки поклав, і скочив з постелі каліка. Там шторм бушував, хтось до Бога позвав, і сталася тиша велика. От віра у них, каже більшість людей, заваживши певні таланти, а поряд неявні для наших очей, щодня ходять віри гіганти. Це ти, хто доверився Богу сповна, це мати з дитям-інвалідом. Пободих останній з ним буде вона, не зас і дренат, і не піде. Любов від гайдушного топитиме лід, і вітесінь гіркість подяка. Це вірі тривалі з десятками літ, вагоміч вона за ознаки. Це той, кого рідні зреклись потім, як вибрав між ними і Богом. Залишив положення статок і дім, і тримається твердо дороги. Це ті, хто оплякують рідні свої, що брав свій гріха, пропадають. І, може, побачать, аж вічності їх, та вірю не знемагають.
а в ній, що живе, в дні безладдя і спокус, в час наважання святині. Міцну треба віру, щоб сторм землетрус стояти на Божій твердині, почати свій шлях із Христа на Христі, із Христом на Христі і в небі Його довершити. Так, друзі, найбільшого віри в житті людині потрібно, щоб жити. Амінь. Давайте всі разом скажемо слава Богу за цей день, який нам Бог подарував на цій землі, що він нас зібрав, як тічки,
як птічки збирають птінцов під крилля свої. Я хочу прочитати Матфія, 5 глава, 14 шок по 16. Ви світ міра, не може укритися город, стоящий наверху гори, і зажовши свічу, не ставить його під сосудом, но підсвічники і світить всім в домі. Так да світить світ ваш перед людьми, щоб вони видели ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Ми бачимо, що Матфій говорить, що треба як ставлять свічу, то вони ставлять на стіл, щоб її не ховають під стіл. Друге місце я хочу прочитати, це буде Бітіє, 26 глава, 24 стішок по 28. И в ту ночь явился ему Господь и сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твои ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопал там рабы Исаакови колодец. Пришел к нему из Герара Авимелех и Ахузав, друг его, и Фихол, военачальник его. Исаак сказал им: «Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» Они сказали: «Мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали: постави между нами и тобою клятву, и заключим с тобою союз». Мы видим, что нечистые люди, которые не были верующие, они видели, что Исаак служив вірно Господу, і вони прийшли до нього і учили, заключили з ним завіт. І ми бачимо, що якщо ми показуємо світло для цього міру, то вони будуть обращатися до нашого Господа Ісуса Христа. Третє місце я хочу прочитати, це буде 4 царств, 4 глава, 8 по 10 стішок. В один день прийшов Елісей в Сунам, там одна багата жінка упросила його к себе їсть хліба. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: «Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно святой. Сделай мне большую горницу на стеною и постави ему там постель и стол, и сделай изделище, и светильник, и когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». Мы бачим, что ця неверующая жінка, она побачила, что Елисей святий, і вона хотіла йому зробити добро, і він заходив до них на хліб. Брати та сестри, давайте подивимося, чи ми служимо для нашого Господа, і ми показуємо світло цього світу, і чи ми світло є в школах, на роботах, де ми знаходимося, чи ми прославляємо ім'я Господа, і щоб люди бачили в нас і поверталися на путь праведний. За ці слова хай буде Господу вся слава. Амінь. Yeah.
ли в нем, это стоит все земных разлук, стоит Бог. Я иду в небесный вечный дом, и увижу все, что будет в нем, это стоит все земных разлук, стоит Бог. Верю я, что все мои друзья, кто прожил земную жизнь не зря, будут в небесах носить венцы прекрасные. Кто отдал себя на труд Христа, вечные года получит там, вера достигая свою дел, он преуспел. Кто отдал себя на труд Христа, вечные года получит там, вера достигая свою дел, он преуспел. Передни молитве ты склонись, о своем прощении помолись, и его рука тебя ведет Нам кажется, завтра мы будем прилежней и лучше, полезней, добрей. Сегодня мы грубы, но завтра мы нежны, ведь завтра мы будем мудрей. Мы завтра поедем в далекие страны, туземцам о Боге вещать. И завтра начнем перевязывать раны, больницы больных посещать. Мы завтра проведаем старого друга, и завтра напишем родным, и завтра кому-то укажем услугу, не только своим, но чужим. Мы завтра пожертвуем крупную сумму. С деньгами опасно спешить. Ведь деньги не шутка, здесь надо подумать. Нужда ж никуда не сбежит. Мы завтра друг друга простим без упреков. И завтра друг друга поймем. И завтра весь опыт духовных уроков применим и в жизнь проведем. Мы завтра покаемся в жизни бесплодной, в последнем бессмертном бреду, оденем раздетых, накормим голодных, разделим чужую беду. Мы завтра поймем, что такое спасение, и завтра пойдем за Христом, и завтра преклоним пред Богом колени, не ныне, а завтра, потом. Так в планах на завтра, что скрыто в тумане, за годом уносится год. А что, если завтра возьмет и обманет? Что, если совсем не придет? Аминь. Джулиан. Після Юліка, будь ласка, Соломія. І група заспіває пісню. Слава Богу, брати і сестри. Давайте, в кого є Біблії, відкриємо зі мною і прочитайте місце від Матвія, 6 розділ і 22 вірш. Око – то світильник для тіла. Тож, як око твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде світло. Тут Ісус відкриває нам дві сторони. Перша – світильник для тіла – це око. А друга сторона – здорове око, світле тіло. Тут говориться не про звичайне око і не про звичайну чистоту тіла. Людина може бути з виду чиста,
але всередині може бути гріховна. Тут говориться про внутрішнє око, як направлення погляду. До чого ми направляємо свій погляд? Що ми хочемо бачити? Багато наших дій залежить, куди ми дивимося і як ми дивимося. Погляди формують нас. Наприклад, коли Єва була в раю при розмові з Змієм, пішла, направила свої очі на заборонений плід, і вона згрішила. Ахан, коли згрішив і коли його спитали, як це сталося, він говорить, я побачив прекрасну одежу, срібло і золото, і це мені сподобалось, і я взяв. Ось що зробили нечисті очі. Коли Авраам дав вибір Лоту, то Лот звів свої очі і вибрав ту землю, яку потім Бог знищив. Це бачили фізичні очі. Духовні очі в той момент були закриті. Тепер давайте подивимось на інші очі, здорові і духовні. Ілля питає свого слугу Єлисея, що ти хочеш від мене, щоб я дав тобі, перш чим Бог забере мене на небо? Він його попросив його дух, який на ньому, хай на ньому буде ще тільки в два рази сильніший. Це є духовне бачення Єлисея. Це світле око. Стефан також мав відкриті духовні очі, коли побивали камнями його, але він не бачив земне, але бачив небесне, Ісуса, який стояв біля Бога. Це бачення чистого ока, духовного ока. Яке наше бачення, небесне чи земне? Якщо небесне, то наше бачення, таке як в Єлисея, жажда Духа Божого. Якщо небесне бачення, то ми бачимо не обіди і проблеми, але бачимо те, що бачив Стефан. Небо відкрите Ісуса, стоячого біля Бога. І коли в нас це є, то наші здорові духовні очі. Коли здорові духовні очі, тоді маємо світло до нашої дороги. Амінь. Напевно, нам треба зінатись, не наче птахи по весні, і слідом за світлом податись, співаючи світлом пісні, шукаючи світлу дорогу і бачачи правильний шлях, молитви просити у Бога, щоб світло стало земля. Напевно, пора зрозуміти, що світло – це все, що нас є. Нам треба лише дати світитись тому, хто це світло дає. Частинкою світло, напевно, потрібно літіти у світ, що світло не тліло даремно, що знявся ще хтось у політ. Напевно, розплющити очі, нам треба влетіти вдаль, там світло нетхненно блискуче і спадає тривоги валь. Амінь.
Зараз Ліза буде нам розказувати вірш, і ми хочемо попросити народу, щоб помолилися за наш цей клас, який закінчив школу. Ще буде посвящення, вони будуть участвувати. Але на цьому наш цей клас закінчив учобу 4-річного заняття. Просимо служителів і церкву, щоб благословили наших підростків. 11-й рік ми сьогодні садали, місяць вересень був перед нами тоді. І ось в клас підрозковий, тихенько і несміло, заходили хлопці, дівчатка малі. Ну, не такі були уже й маленькі, років 12, а хтось 13 мав. Хтось був спокійний, хтось жвавіший, а хтось серйозно до навчання приступав. Звичайно, все нове, навіть на будні, а не в неділю на урок іти приходилось, залишивши зібрання, бо в класі ждали вчителі. Немало зусилля вони прикладали, щоб нас зацікавити уроком, і підхід, звичайно, відшукали, все з часом пішло своїм кроком. Так рік прогодив, вчителі мінялись, змінялась мова, інші теми стали, уроки з Біблії проводити старались, в серцях любов до Бога прививали, і сіяли зерно від слова чисте, та падало воно комусь на добрий ґрунт, чи кам'янистий, між терни, при дорозі, ще й кудись. Хай кожен з нас себе провірить, оцінку дасть, як він приймав. Науку в класі підлітковим, можливо, щось потрібно поміняти. Завдань домашніх так було багато, та не завжди хотілося їх робити. Бо скаже хтось, навіщо нам це надо, або ми з цього можемо обійтись. Екзамен щороку ми мали, немало вчителям прийшлось підготуватися, все і провести вміло, щоб підліткам на користь це було. Училися співати групами немало, програму готували у свій час, і з хором в інші церкви їхати бажали, відвідати хотіли хворих теж. Пригодили служителі у класи, наставлення, щоб дати нам, молитви линули за нас гарячі, ми дякуємо вам і за той час. Ми дякуємо за все Бушку Сергію і Едіку, Івану, Даніку, Ірині, Наташі Соловйові, Ярославу, Еліні, Яні і брату Женіку, звичайно. Сьогодні вечір цей останній, чи випускний він є для нас. Залишимо ми клас цей підрозковий, і в ряди молоді запишуть нас. Щоб нам, вступивши в ряди молоді, охоче почати працю ту, яку Бог дасть. Ленивими зовсім ми бути не хочемо, тож просімо щиро, моліться за нас. За все ми дякуємо, та більше Богу слава, хай буде завжди у серцях у нас. Пробачте нам за вчинки всі неправі, за всі розмови в класі кожний раз. Ми ще раз щиро всім вам вдячні, батькам, служителям і вчителям. Хай Бог благословить усіх вас ясно за все, що ви зробили нам. Амінь. Браті і сестри, ми зараз помолимося за цю групу підростків, які випустились, які переходять в молодіж. Їм вже 15 років, 16 вже некоторим сповнилось, і вони повноправні молодіж, які можуть повністю себе вовлікати в служення молодіжі, петь, проповідувати, участвувати в молодіжних служеннях. И потому наше желание, чтобы они приносили пользу, благословение в среде молодежи. Вы знаете, когда мы общаемся друг с другом, когда мы воспитываем наших детей, то действительно они становятся как тот город, который на вершине горы. Город на вершине горы виден очень и очень далеко. Видно в нем все. Видно, какие есть там недостатки, видно есть, ну, видно нашему глазу все то, что там может быть недостроено, что-то не сделано, но также видно и само здание, видно город, видно, что он стоит на вершине горы. Вы знаете, очень похожа жизнь человека, и особенно жизнь подростков. Когда они приходят в школу, с ними очень непросто, с ними очень нелегко. Они открываются пред тобою полностью, какие они есть. Есть недостатки, есть ошибки, есть
неправильно выбранные какие-то, может быть, песни или какие-то, может быть, действия их, поступки. Но вместе с тем есть красота. Красота, потому что там действует Бог. Бог их поднимает. Бог над ними работает. И мы вкладываем лишь только частичку, которую можем сделать с нашей стороны. Вы, родители, можете вложить намного больше, но верю, что ни вы и ни мы не вложим столько, сколько вложит в них сам Бог. И потому, если видим наших детей в церкви, славим нашего Господа. Если видим, что они участвуют в служении, хорошо, и должны мы сказать: спасибо тебе, Господь, слава тебе, что ты позаботился за них. Ты, когда, может быть, мы спали, когда, может, мы на работах, где-то, может быть, ездим и не определяем того времени для наших детей, ты заботишься за них, чтобы они имели в сердце глубокую и искреннюю веру в живого Бога. И потому давайте мы благословим их. Подростки, которые выпускаются, пройдите сюда наперед. Мы все с вами встанем на наши ноги. И братья помолятся, благословят их также. И мы все церковь благословим, чтобы их дальнейший путь молодежи был успешным и благословенным. Молимся. Господь, слава тебе, Иисус. Аллилуйя тебе, Господь. Аллилуйя тебе, Иисус. Слава тебе, Иисус. Аллилуйя тебе, Господь. Боже милосердный, как часто, Господь, глядя на себя, на свою жизнь, Господь, мы замечаем, что мы не таковы пред Тобою, что не во всем поступаем правильно. Иисус, однако милость Твоя простирается над нами, и Ты снова и снова прощаешь, и Ты снова и снова являешь милость Свою, Господь. Слава Тебе, Боже, за то, что Ты добрый, за то, что Ты открытый каждому из нас. Мы благословляем Тебя, Бога нашего. Аллилуйя Тебе, Иисус! Аллилуйя Тебе, Господь! Мы сегодня, Господь, жаждем того, чтобы Ты сам прибыл среди нас Своим Духом Святым, чтобы Ты вел нас Своею дорогою, Господь. И там, где мы делаем промахи, Господь, чтобы Ты сам поднял нас на Свои руки и провел нас, Боже, с милостью Своею, с любовью покрывая нас. Господь Иисус, Ты видишь и этих подростков, которые уже молодежь, и они уже многие посещали молодежные служения и бывали на ячейках молодежных, где-то участвовали, Боже, в каких-то мероприятиях, Господь. Мы очень рады, Господь, тому, что они вместе с нами, что они в церкви, что их родители, Господь, вместе с нами здесь, в церкви. Господь, мы благословляем их, благословляем на то, чтобы они могли служить Тебе во всех дни своей жизни, чтобы никто из них не отошел в сторону, Господь, не соблазнился прелестями этого мира, но пошел и последовал пути Твоему, пути Божьему, пути Господнему, Боже. Мы просим Тебя, благослови их, Иисус, яви свою милость над ними, как Ты проявлял ее до сегодня, как Ты хранил свою благодать над ними, Господь. Помимо, Боже, всех наших недостатков, учителей или родителей, Боже, Твоя рука была над ними до сегодня. Слава Тебе, Господь! И мы сегодня просим, благослови их на дальше, в ихнюю дорогу, Господь. Боже, они сегодня многие начинают ездить на машинах. Они идут в колледж, они встречаются со многими искушениями, Господь, которые будут приходить в ихнюю взрослую жизнь. Но мы просим, Господь, сохрани их в руке Своей, благослови их, Господь. Удержи, Боже, их, Боже, в Своей благодати, чтобы они чувствовали Тебя и служили Тебе. Благослови всех учителей, кто старался, кто вкладывал свое сердце, свою любовь к ним, Господь. Не раз я видел слезы на их глазах. Не просто, Господь, мы понимаем это, Боже, но Тебе было намного тяжелее, Господь, проводить спасение для каждого человека. Боже, Твой пот был, как капли крови. Ты, Господь, страдал, Ты томился в душе своей, когда все это совершится. Боже, и Тебя люди плевали, и, Господи, распяли Тебя на кресте.
то коль ми паче нам, христианам, стоит нести недостатки других, немощи, Боже, ошибки какие-то их, не Господи, покрывать любовью, молиться и благословлять для того, чтобы всем нам возрастать в мужа совершенного. Благослови, Господь, нас всех и благослови эту группу. За все да будет слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сейчас будет пение хора, пожалуйста. Подростки, садитесь. И, братья и сестры, я бы просил после служения, когда кончится служение, не спешите расходиться. Знаете, мы любим принимать что-то духовное, когда поют, когда проповедуют, и мы сидим и слушаем. И даже иногда, может, нам не совсем что-то нравится или не вкладывается в наш разум, однако мы слушаем, принимаем. То проявите внимание к подросткам, когда мы будем поздравлять их, когда будем вручать им сертификаты. Останьтесь в служении, побудьте, посмотрите, как это происходит, чтобы они вместе с вами порадовались. Пусть Бог благословит. После загального будет хор. Я не хочу марно часу провести.
Брати і сестри, ми вибачаємось перед тими, хто хоче участвувати, але ми будемо дивитися на часи. І коли в нас є гості, яким треба дати більше трохи часу для проповіді, ми будемо просто обрізати програму. Вибачте, вибачте. Хористи, цей раз ми ще дозволили, але ми вже хотіли просто заключну проповідь говорити в кінці. Тому що треба було вже співати хором, хоровий псалом, якщо був він. Значить, декілька тільки слів хочу сказати для наших підростків, які вийшли вже з підросткового віку і будуть переходити в молодіжний відділ. По правді, ви є вже зовсім зрослі. Ви є серйозні. І тому перше всього, бійтеся гріха. Любіть Господа, служіть Богові. І вкладайте себе десь в діло Боже. Не просто сидіть в стороні. Вийшли з підросткового віку, підросткової школи, і вже десь там ростаємо між людьми. Ні. Молодіжний відділ, молодіжне собрання, молодіжний хор, будь ласка, ну задіюйте себе. Не задіюйте себе в ділі Божому, вас хтось другий задіє, обов'язково. Так що хай вас Бог благословить. Так само, навіть як куди в зібрання йдете, покривайте голову свої, вдівайте дійсно одежу, щоб вона була скромна одежа, як прилічна святим. Я це говорю для всіх, літо настало, жарко вроді, але я завжди казав, одівайте кофточки з рукавами, хоч з короткими, але з рукавами. Добре, це прилічно буде, і це буде правильно. Хай Бог благословить всіх вас. Хорошо, молодь? Божого благословення, підростки. Будь ласка, зараз брат Віктор Вронський буде говорити заключну проповідь. Слава Господу, братья и сестры. Я рад быть вместе с вами в общении и видеть всех вас. И придет день, наступит тот час, когда мы все встретимся у ног нашего Господа. Когда он придет, мы не знаем. Когда наступит час. Но сегодня вопрос для меня и для каждого из нас. Когда придет Господь, я готов встретить его? Когда зазвучит труба, я ее услышу. Я задал одному брату этот вопрос, я, может, говорил вас, не знаю. Говорю, брат, когда придет Христос, он тебя возьмет? Он говорит, нет, мне нужно 5 минут решить мой один вопрос. Прошел целый год. Я спрашиваю, брат, тот же самый вопрос. Когда придет Христос, он тебя возьмет? Он говорит, ну да, мне надо только 5 минут, и Христос возьмет меня. Решите один вопрос. Набрать номер телефона, позвонить, попросить прощения. Прошел еще один год. И я третий раз спрашиваю, когда придет Господь, он тебя возьмет? И тот же самый ответ. Мне нужно 5 минут. Дорогой друг, брат и сестра, когда придет Христос, Он тебя возьмет к себе? Ответ, что я 30, 40, 50, 60 лет верующий, это ничего еще не значит. То, что я имею дар Святого Духа, что у меня верующие родители, я должен иметь в себе свидетельство, что я Божье дитя. Как часто нам приходится посещать старших людей, которые на грани перехода с этой земли. И мы задаем вопрос, сестра, ты готова встретить Христа? И бывает ответ, нет. Мне нужно совершить исповедь. Мне нужно покаяться. Дорогие друзья, и знаете, какой вопрос стоит перед ними? Тот, что было в 16 лет, молодежь, которые сегодня были, тот, что было в 17 лет, 18 лет, всю жизнь пронесли, греховные. И вот сейчас, когда 70 и 80, оно стоит преградой. Потом плач. Господи, а что этот грех нанес? Чем больше он нас в нашей жизни, тем больше он принесет беды, слез и горя. Сегодня хорошо, молодежь сегодня здесь была, но, сестры, юбочки надо длиннее, чтобы были. Длиннее, чтобы были. Потому что на вас буду смотреть, сегодня хорошая тема, вы свет мира. Я так слушаю, приятная тема, не так ли?
А вот как мы должны светить? Чем будем светить? Мы светим тогда, когда люди видят, что мы христиане. Одну сестру нашу, которая работает в молл, это Мейсис, большой такой магазин. Однажды, когда у них был утром, перед работой, они собрались для того, чтобы там решить, кто где будет. И менеджер сказал нашей сестре, ее звать Люда: «Люда, включи радио, музыку». Она стоит и говорит: «Я не могу». Она снова сказала: «Слушай, Люда, радио включи». Она говорит: «Я не могу». А менеджер увидел такая ситуация, знаете, она не хочет. Сказал другой, другая пошла, включила. Потом подходит и говорит: «Слушай, Люда, а почему ты не можешь?» Она говорит: «Я христианка, я не могу включить эту музыку». Братья и сестры, молодежь, мы должны знать, что мы можем включить и что не включить. Говорит: «Я не могу». Она была на грани той, работать будет далее или нет, какое будет решение. Она говорит: «Я не могу включить эту музыку». Один наш брат в кафедре проповедовал, говорил: «Как стыдно мне было перед одной сестрой, которая в польском магазине продавала товары. Я приехал в город, и друг, который меня встретил, говорит: зайдем, жена позвонила по дороге с аэропорта, заедем в магазин, кое-что купим». Мы заехали, купили там. Она позвонила: «Слушай, возьмите еще бутылку спирта для натирания». Говорит: «Я тоже и бутылку спирта взял». Я говорю: «Слушай, ты возьми корзину, меня здесь все знают, увидят спирт, будут лишние разговоры. Ты возьми корзину и заплати. А я тебе потом деньги дам или дал деньги». И он подошел к этой молодой сестричке, молодой девушке, он не знал, что это сестра, и положил эту корзину. Она все провела, осталась одна бутылка только эта. И она говорит: «Слушайте, вы можете взять эту бутылочку и вот здесь вот так провести?» Мне так стало стыдно. Она не может, а я, пастор, могу. Она не может. Братья и сестры, достоинство христианина – это великое достоинство. Но его нужно сохранить. Доказать надо, что мы дети Божьи. Где бы мы ни были, в каких бы обстоятельствах мы находились, мы должны быть, не только называться, носить имя, но быть Божьими детьми. И он говорил с чувством таким, знаете, гордости и уважения в адрес этой сестры, говорит: «Вы знаете, после этого я поразмыслил, я не мог людям объяснить, для чего это. Конечно, это не было для какого-то греховного дела, просто для лечения. Но все-таки она понимала, что она может, а что она не может». Хорошо, если молодежь, наши дети понимают. Я с одним батом говорил, он работает в компьютерной системе. И он говорит: «Брат Виктор, я каждый день с утра до вечера с компьютерами, с программами, с сайтами. Но поверьте, я еще ни эту кнопку не нажал ни один раз, которую нельзя нажимать. А у нас сегодня те, которые уже умеют что-то нажимать, уже залезли, куда не надо». Христианское достоинство, братья и сестры, оно великое достоинство, оно благословенное достоинство, но его нужно сохранить. Все новые и новые технологии, все новые и новые системы. Одна цель – сбить христианина с пути. Мы не раз говорили: «Хорошо, но знаете, у нас в церкви, может, я что-то не хочу внести, у нас в церкви есть такое решение, что христиан, молодежь и также старшие не должны иметь личных страничек в интернете, не должны иметь». Оно, конечно, хорошо, когда мы и бизнесом занимаемся, и школа, и уроки. Оно все хорошо, конечно, это много помогает. Но фотографии высылать, писать друг другу, когда мы
вошли в эту систему, мы увидели, сколько грязи, сколько греха. И это среди нашей молодежи. Мы приняли такое решение с братьями, объявили, дали срок. Потом, кто не послушался, они делали покаяние перед церковью. Братья и сестры, мы как-то должны оградить наших детей. Кто-то скажет, может, за строго. Братья и сестры, это не строго, это то, что должно быть. Сколько наших молодых сестер и братьев, юношей и девиц попадали. А почему? А потому что вот это новое завлекает, и оно тянет в преисподнюю, тянет в этот мир. Потом, а потом беда, горе и слезы. Мы говорили однажды, где наши дети учатся греху, беззаконию, наркомании. Где они учатся? Может, нас дома. И мы молчим. Мне, когда мы беседовали, чуть так, такое отступление вначале, мы беседовали о этой теме, церковь большая, молодежи очень много. И один брат сказал, вот как вот выйти из таких проблем? Один брат сказал, ну, у меня в дома компьютер стоит в моей комнате. И все, которым надо что-то делать, приходят в мою комнату, делают. Потом выключаемся, ложатся спать. Я не разрешаю, чтобы в комнатах детей были компьютера. И вы знаете, я некоторых такие высказывания услышал родителей, которые переживают за своих детей. Это не то, что как-нибудь. Я говорю, я не могу пустить на произвол, потому что это беда. Один брат взял компьютер, который был у сына, занес к специалисту, говорит, проверь, пожалуйста, ты знаешь, что он и где он бывает. Он проверил, говорит, дорогой отец, твой сын уже далеко был. Дай ему, Боже, силы выйти. Братья и сестры, хорошо, когда мы бодрствуем в наших домах. Божье слово говорит, смерть торгается в окна наши, чтобы забрать детей с улицы и юношей с площадей. Смерть торгается в мое окно. Я там должен стоять. И не пустить, чтобы смерть вошла. А потом наших детей она ищет. Где они? На улицах. Где они? На площадях. Братья и сестры, это актуально сегодня. Это сегодня в том, в чем мы живем. Мы вспомним одну историю из книги Священного Писания, когда дети пошли на открытие идола. Был жертвенник, освящали в Вифиле, и дети одного престарелого человека пошли туда, а он туда не пошел. Дети приходят и говорят, папа, сегодня было такое чудесное, необыкновенное представление. Пришел один человек, пророк, и начал пророчествовать к жертвеннику. Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь. И что дальше? А дальше жертвенник распался. Сначала царь сказал, возьмите его. Одеревенела рука его. Потом пророк помолился, возвратил. Где он? Дети пошли, братья и сестры, а отец не пошел. Сохрани, Господь, братья и сестры, чтобы дети нам переставляли ноги и водили нас, куда сами уже пошли. Мы должны бодрствовать, молясь и в страхе, ходя пред Господом, чтобы дети были с нами, чтобы дети были в церкви. Я рад сегодня за эту группу, которая в церкви. Я думаю, когда выходят принимать водное крещение, я говорю, нет лучшего подарка для родителей, как видеть, что ребенок, дочь и сын принимает водное крещение, не так ли? Нет лучшего подарка, когда видит, что дочь и сын соединяют свои судьбы или пути свои, вступая в брак, в церкви. Однажды произошло служение такого бракосочетания, одна сестра подошла с плачем, говорит, брат Виктор, помолитесь обо мне, я тоже хочу, чтобы мои дети здесь стояли. А они решают вопросы сами, кто как. Братья и сестры, молодежь, мое желание, чтобы вас Бог благословил. Любите Господа, ходите в страхе пред Ним. Будьте светом для этого мира. И Господь вас благословит. Господь знает, как вас благословить. Сегодня молодежь в церквях организовывает футбольные команды, церковь на церковь играет. Я посмотрел, на бокс идут, там еще, может, неприлично об этом говорить. Это функция церкви?
Я смотрю, брат Саша Пашко здесь сидит, другие братья, которые в 18 лет или в 19 лет в тюрьмах были. За что они были? За что они отсидели тюрьмы? А сегодня можно видеть христианина с автоматом, который фотографируется, который отправляется в Афганистан. Да не только юношу, а и девицу. Братья и сестры, а как оно? Что надо? За что страдали наши братья? Почему так поменялось все? Почему изменилась церковь? Кто будет стоять за чистоту учения? Кто скажет нет? Почему юноши 18-19 лет были сильны идти, не говорю на 10 или 15, на смерть в военное время? А сегодня поменялось. Может, где-то я упустил. Может, мы где-то упустили. Может, нужно нам, родителям, приходить в покаяние пред Господом. Я, братья и сестры, немножко о себе скажу негативного. Я когда приехал в Америку, я хотел сильно изучить английский язык. Я пошел, взял телевизор, принес домой. Набрал кассет и стал смотреть. Ну, знаете, учить, напечатал книги, так там говорят, здесь читаю, this is a jet, this is a terminal и так дальше. И потом прошло немного времени, приходит один брат из церкви и говорит: брат Виктор, я не могу тебе все сказать, твой сын приходил ко мне, но я могу тебе одно сказать, освободись от телевизора. У меня не был он подключен к кабелю, к каким-то системам. Я в недоумении думаю, как, что? Да и спросить не могу, потому что это личная беседа. И только одно-два предложения брат мог мне сказать. И я благодарю брата, который прошел, мне сказал. Я желанием изучить, а получается что-то не то. Но я, конечно, показал ему дорогу, этому телевизору, где он должен быть. Прошло время. Сын вырос. Я спросил: слушай, сынок, у нас дома был телевизор, вы что-то смотрели? Говорит: да. А как вы смотрели? А мы делали специальную систему, чтобы через нее смотреть. Какой-то инстол делали специальный. Я понял. Через меня пришла домой проблема. А я вроде думал, что все нормально, все хорошо. Братья и сестры, да даст нам Господь мудрости для того, чтобы наш дом, наши дети были сохранены. Не знаю, говорил вас или нет. Я говорю, не знаю, кто, как будут отвечать эти создатели суперкниги детского, христианского, мультипликационных историй. Я не знаю, как будут отвечать они. Это такая ложь, которая развращает детей. Но родители сегодня приобретают и смотрят это. Братья и сестры, одну историю показывают за Самсона. Там и дети какие-то появились, там еще какой-то Рубик есть. И он бегает там, играет какие-то истории, и ребенок смотрит внимательно, Самсон, столбы валятся, а он тот Рубик к Самсону, то подслушивает, убегает. И потом мама читает эту историю из Библии. А ребенок говорит: мама, мам, то не так там написано. Я смотрела, там Рубик был. Там дети были. Мама говорит: ну, там не было. Мама, мама, я точно знаю, там были. Я видела. Братья и сестры, как отсюда забрать вот это, что она увидела, этот ребенок, и поселить то, что написано в Библии? Я только одно сказал, но там все это переплетено. И часто любители вот это смотреть, знаете, мы калечим, бывает, наших детей, и потом, когда читаем Библию, Слово Божье, дети уже не доверяют. Говорит, там неправильно написано в Библии. Вот там правильно было. Братья и сестры, это во многом. Кто будет стоять на страже? Братья и сестры, когда дети наши подрастают, мы смотрим, что-то не так. Мама делает подарки. И говорит, кто? Дед Мороз пришел, принес. И есть Дед Мороз или нет? Мы в церкви объявили: детки, если мама говорит вам, что про нее несет Дед Мороз, скажите: мама, не обмануй меня. Брат Виктор говорил, что Деда Мороза нет. Братья и сестры, и мы
с самого маленького возраста, а еще какая-то мудрая мама следы поделает, что с окна он шел. Братья и сестры, вот это тот, что калечит будущее наших детей. А кто будет стоять на страже? И мы поэтому удивляемся, а что ж такое с детьми делается? А потому что там пропустил я, там я пропустил, там я пропустил. И я говорю, где я пропустил, я там плакал. И посему дай нам, Боже, силы стоять на страже в церкви Господней. Это есть служителя. Господь спросит их, когда придет день, почему было не то. И все мы дадим ответ и отчет перед Словом Божьим. Хочем мы этого или не хочем? Написано, Слово Божье живо и действенно. И острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления, намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него. Но все обнажено и открыто пред очами его, ему дадим отчет. Готов ли я ответить перед Божьим Словом? Как я поступал как пастор церкви, как служитель Божьего народа? Как отец в своем доме, как муж для своей жены, как сосед для своих соседей, как рабочий там, где Господь поместил меня. Все ли хорошо? А может, дорогой брат, нужно попросить прощения у жены, у мужа, у детей даже, или у родителей? Да поможет в этом Господь, братья и сестры. Я не знаю, когда придет Господь, но так хочется. Вы знаете, я за молодежь ревную, как хочется, чтобы каждая сестра и брат благословенные в жизни были. Но, дорогие сестры, братья, вот эта вольность, которая в нашей жизни, вот этот фан, который часто имеет молодежь, от добра до не доведет. До свадьбы целование, обнимание – это тот, что губит будущую жизнь. Но сегодня на это не обращают внимания. Уже в некоторых церквях нет таких замечаний, исключений. Уже все. И посему церковь теряет свое достоинство, как церковь. Господь оставляет ее. И встает просто бизнес, и больше ничего. И посему да хранит нас Господь, братья и сестры. Каждому стоять на страже. За свой дом, за свою семью, за свою жену, за своего мужа, за своих детей. Я не раз говорю, сынок станет ночью, может, по нужде, и видит отец возле компьютера. Или встанет ночью и видит, отец на коленях стоит и молится Господу. Будет уважать. Конечно, будет уважать. И может, вместе с ним склонится. Я однажды стоял ночью на коленях, свет не включил. Смотрю, возле меня кто-то тулится. Смотрю, внучка стала возле меня. Обняла меня, и мы вместе молились. Братья и сестры, как приятно, когда дети возрастают вместе с родителями, с дедушками и бабушками, которые стоят пред Господом. Благослови, Господи, дай мудрости, дай ведения, чтобы дети с детства не знали, может, чего-то этого мирского, чтобы знали силу Святого Духа и были крещены Духом Святым, знали Господа. Знали, где как сказать, как повести себя, где нужно стоять за истину. Мы, когда было нам 8 лет, когда звездочки нам одевали, знали, что сказать. Знают ли наши дети, дорогой отец, мать? Знаем ли мы, как повести себя? Что сказать нашим деткам? Но если мы стоим пред Господом, я знаю, братья и сестры, может, мы что-то не сделаем, как люди. Но если мы стоим пред Господом, то, что мы не можем сделать, сделает Господь. Потому что Он видит наши желания, видит наши стремления. То мы стараемся быть вместе с Ним, с Господом. И чтобы разве мы детей наших рожали и воспитывали для этого мира? Чтобы они пополняли ад и преисподнюю? Мы воспитывали их, чтобы они были вместе с нами, в царстве Бога и Отца, чтобы они там наследовали вечность благословенную и счастливы были на этой земле. И посему да благословит нас Господь, братья и сестры, стоять на страже за свой дом, за свою семью, не пропускать, если греховная вещь входит в наш дом. Я говорил однажды, когда
у нас в церкви было пророчество. Дети мои, очистите свои сердца и свои дома от нечистоты. Придет время, я скажу, убийца не тронь, это мои. И мы обратили внимание, чувствовалось, Дух Святой говорил. Обратили внимание, поставили ящик в коридоре и так объявили, братья и сестры, так было сказано, если вы видите в домах, что-то если нужно, это там ящик можете выбросить. Много не прошло, полный ящик, большой, наверное, метра полтора, и большой, полный ящик. Высыпали, что там только не было. Еще раз начали сыпать. Ага, значит, правильно Господь говорил. А кто будет защищать наш дом? Дядя придет. Или ты, дорогой брат, сестра, будем очищать наши дома. А наше сердце кто будет очищать? Мы должны очистить наше сердце. И посему туда нечистой и скверной и преданной мерзости и лжи не войдет. И посему даст нам Господь силы проверить себя пред Словом Божьим, чтобы быть чистым и духом нашим, и телом нашим, чтобы войти и услышать голос «Добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». А пока мы на земле, дай нам, Боже, силы проверять себя. Евангелие от Луки. Восемнадцатая глава, 35 стих и ниже. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, Иисус Назарей идет. Тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, сын Давидов, помилуй меня. Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот пришел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя этого, сдал хвалу Богу. Приятная, не так ли, братья и сестры, история? Мне приятно это читать. Когда человек, который был слеп, получил исцеление. Сколько у нас сегодня есть, братья и сестры, нужд, переживаний? Сколько сегодня есть горя? Сколько есть просьб пред нашим Господом, чтобы Господь услышал наши молитвы, когда дети выросли, выросли и проблемы с ними. Были маленькие дети, было меньше проблем. Родители, когда маленькие дети, сильно хотят, чтобы они были взрослые, не так ли? А когда дети взрослые, с ними больше проблем, меньше сна, больше переживаний. Сердце начинает болеть. А почему? Потому что дочери нет, мама заснуть не может. Отец не может успокоиться, нет сына. А хуже тогда, когда знает, где он. И чем занимается? Братья и сестры, но если мы с нашей стороны делаем все, что мы можем, все, сколько в нас есть сил, если стоим пред Господом на страже, написано, возвыси, подними вопль при начале каждой стражи. О чем, братья и сестры? И о ком? О детях. И я пробовал это. Мы с женой согласились, когда у нас была проблема, и говорим, давай при начале каждой стражи будем взывать Господу о детях. И мы молились, не знаю, сколько, какое-то продолжительное время, вставали ночью. Это нелегко, братья и сестры. Это тяжело. Но в этом Божья сила. Но в этом Божье благословение. Разве напрасно говорит Священное Писание, братья и сестры? Разве напрасно говорит Слово Божье? Здесь печать Духа Святого. Если Господь сказал, если Господь
отметил это, значит, там есть жизнь. С надеждой, с верой, с желанием просить у Господа помощи, милости, силы, охраны, ограды, благословения для своих детей. Господь даст силы, брат, утром на работу тебе пойти, даст силы. Если ты провел ночь в чем-то ненужном, пустом, будешь уставший. А если в молитве пред Господом стоял за свой дом, свою семью, церковь Господню, Господь даст силы тебе проработать. Над этим наблюдает Господь. Братья и сестры, я верю, мы пред Господом, Ему не безразлично, как мы проводим день свой, как мы проводим ночь, как мы проводим свободное время, как мы общаемся. Наши молитвы и наши слезы видит Господь. Братья и сестры, у человека была беда. Вартимей имел большой недуг. Он был слепой. Ну, представьте, слепой человек. Закройте глаза и попробуйте направо-налево. Я когда смотрю в городе, я работал в центре города долгое время, и смотрю, там больные, когда слепые идут. Так хочется остановиться, помочь им. Когда особенно на перекрестках, они не знают, едет автомобиль или нет. Сейчас сделали для них, что перекресток имеет свои сигналы, может, немножко легче. Но все-таки нет глаз. Я в то время, когда был Христос, не думаю, таких было удобств много для тех людей, которые имеют хромоту, которые имеют недостаток какой-то, или даже зрение, или глухоту. И этот человек был слеп. Вся жизнь его проходила в темноте. Но вот он услышал, что в этим местом будет проходить сын Давида, то есть Иисус Христос. И он начал кричать, Не говорил, не просил, кричал. А те, которые шли впереди, написано, заставляли его молчать. Молчи. Сколько тех людей, которые идут впереди, делают проблему церкви, Божьему народу, семьям. Там шел Христос. Там с Христом шли ученики, может, еще много народа. А кто-то уже обогнал Иисуса Христа. Дальше пошел и стал порядки наводить. Как много в последнее время братья и сестры в церкви наводят порядки духовные, те, которые не имеют на это полномочия, которые не положены или не благословены на это дело. Ты замолчи, ты говори, ты ничего не говори, ты там стань, ты здесь стань. И те люди стараются что-то сделать для Царства Небесного, для Церкви Господней. Они хорошо делали, те, которые обогнали Иисуса Христа. Написано, шедшие впереди заставляли ее молчать. Замолчи. Бедного человека, который нуждается в зрении, который слеп и кричит, Господи, помоги. Они не то, что просили его, там они принуждали его. Заставляли его молчать. Братья и сестры, да поможет нам Господь в нашей жизни. Знать, где Он нас поставил и что мы должны делать. Сколько сегодня людей делают то, что им Господь не повелевал, что Господь им не поручал. Они знают, что должен делать другой человек, который поставлен, только они знают, что они должны делать сами. Я беседую с братьями, они говорят, моя жена должна то. Она этого не делает. А я всегда говорю, брат, а что ты должен делать? Ты то делаешь? Не, мы сейчас говорим за жену. Не, говорю, мы начинаем говорить за тебя, а потом дойдем до жены. Сначала за тебя. Вот то, что ты должен делать, ты то делаешь? То Господь, когда придешь к Господу, Господь не спросит тебя, Виктор, что твоя жена должна была делать? Братья дорогие. Или спросит, как я, что ты должен был делать? Я однажды говорил, наверное, вас, может, нет. Однажды, когда я приехал в Америку, и это был 92-й год, 93-й, я так нуждался, Господи, что я должен делать здесь, в этой стране? Я там
любил трудиться, что здесь. И я был в посте какое-то время, точно не помню, но какое-то продолжительное время. И снится мне сон. Я предстаю пред Господа. И смотрю вправо, влево, нет конца. Впереди, предо мной такой прилавок какой-то длинный, как стуч, как белый такой, что он как-то живой такой. Я смотрю, как он в движении. И над ним поднимается раскрытая книга. Я понимаю, что это Библия. Я никого не видел, ни справа, ни слева, ни сверху, а только слышу голос, который цитируется в Священное Писание из Нагорной проповеди. Как нужно молиться, как нужно поститься, какое это место одно первое, я сейчас уже не скажу, прошло много времени, я сразу помнил так более отчетливо, какое это место процитилось, когда войдешь в дом твой, закрой двери, помолись Отцу твоему в тайне, Отец твой, видящий тайну, воздастся тебе явно, молясь, не говорите лишнего, ну какое-то место процитировалось, я так слышал голос. И потом ко мне был первый вопрос, как ты это понимал? Я пытаюсь что-то сказать, вижу, что-то ничего не могу. Уста мои не произносят никаких слов. Внутри, в центре, что-то начало шевелиться. И смотрю, через мои уста стал выходить белый шар. Такой кругленький, маленький, как, ну, такой маленький, как теннисный, может, чуть больше. Такой и полетел так вперед, и развернулся. Смотрю, уже буквы так раз стали в ряд, и я читаю свой ответ. Как я это понимал? Прочитал и думаю, да, хорошо, правильно понимал. А второй вопрос, как ты это исполнял? И тоже таким самым образом, я ничего не могу сказать, тоже белый шар удалился от меня, с моих уст вышедший, и я прочитал, о, а здесь не так. Я исполнял не так, как надо. И я своим ответом, который мне моя жизнь дала, я не был удовлетворен. Мне было задано 7 вопросов. И на 7 вопросов первый ответ, как ты это понимал, было правильно. А вот как я это исполнял, ни один не был такой, как я хотел. Ни один не был. Я Нагорную проповедь с детства знал наизусть. Но я, проснувшись в этот час ночи, снова ее читал. И каждый стих меня осуждал. Каждый стих меня осуждал. И я помнил, как придется дать ответ перед Господом. Я вспомнил, что брат со мной не здоровается. Утром позвонил к нему, говорю, я хочу с тобой встретиться, я вижу, ты не здороваешься со мной. И мы назначили встречу, я приехал, говорю, слушай, брат, назвал его по имени, вижу, ты меня обходишь, и не буду с тобой, Виктор, здороваться. И начал мне говорить то, в чем он считает, что я виноват. Вы знаете, когда тогда сердце смиренное, я не начал оправдываться, говорить, ну нет, я там не виноват в этом. Я говорю, слушай, если ты обижаешься, прости меня. Прости меня, прошу тебя, брат. Мы помирились, помолились, простили. Я ехал оттуда. Вы знаете, мне на душе как будто камень слетел. Я на это не обращал внимания никогда. Ну, кажется, они, да пусть не здоровается. Ну что, я ему ничего не сделал, дорогу не перешел, ничего не забрал. Но что-то ему наговорили. И он большую обиду. И Господь говорит, если знаешь, что брат твой имеет что-нибудь на тебя, оставь там дар твой, пойди примирись с братом твоим, потом принеси, это будет угодно Богу. Братья и сестры, приближается пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Как мы встретим Его? Как грозного судью и как нашего Спасителя? Проверим себя. Я не раз говорю, если нужно каяться, будем каяться. Если нужно краснеть, будем краснеть. Но чтобы не краснеть перед престолом Божьим. Чтобы дверь не была закрыта. Братья и сестры, являясь служителем церкви, я часто говорю молодежи и также в церкви. У нас определенный день для исповедания есть. Если кому-то нужно, то мне нужно в первую очередь. Мне в первую очередь. Там для пастырей дверей других не будет. Для пастырей еще больше будет спрос. И посему да поможет нам Господь не других проверять, братья и сестры, начиная от служителей.
и каждого, который в этом доме, судить себя. Боже, если бы мы судили себя, не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа. Грядет Господь наш Иисус Христос. И если зовущий тебя позовет, что ты скажешь? Что я скажу? Господи, я готов? Или, Боже, дай мне 5 минут. 5 минут не будет. И посему, братья и сестры, поможет нам Господь не только называться, но быть Его детьми. Склоним колени, помолимся. Аминь. Дорогой Отец, мы благодарны Тебе за Твое Слово, которое Ты оставил для нас. Мы благодарны Тебе за Дух Святой, который Ты послал для Церкви. Господи, дай нам силы и мудрости для того, чтобы мы утешались в Тебе, в Слове Твоем. Боже, чтобы, придя домой, не спешили открывать лаптоп или компьютер, а спешили открыть Библию, Твое Слово, утешались в нем, Боже. Чтобы мы знали, что стоит на первом месте. И в нашей жизни прибегали к тому и учили своих сыновей и дочерей, чтобы знали, что Ты возлюбил не только весь мир, но и их. Благослови молодежь этой церкви Твоей. Благослови братьев и сестер родителей. Благослови братьев-проповедников, Господи. Благослови служителей. Благослови старичков и старушек. Благослови тех, которые кричат: «Сын Давидов, зайди в мой дом». Зайди к моей жене, к моему мужу, к моим детям. Не пройди мимо меня в моем горе, беде, нищете, тревоге, болезни. Зайди в мой дом. Господи, не промени. Может, кто-то говорит недостоин, заставляют молчать. Но, Боже, услышь эту молитву. Может, в этом доме молитвы, где-то в тишине кто-то излагает свою нужду, свою скорбь пред Тобою. Отче, протяни Твою руку, скажи Твое слово, принеси радость в это сердце, в этот дом, да прославится Твое имя. Ведь мы не на человека уповаем, не на плоть надеемся, но на Тебя, вечного Бога, сотворившего небо и землю. Благослови Твою церковь,
Боже, дай нам жить, быть, ходить в страхе пред величием Твоим и делать угодное в очах Твоих, чтобы, когда придет день и наступит час встречи с Тобою, мы и наши дети встретили Тебя, и радости нашей никто от нас не отнимет. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винувальцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Браті і сестри, я буду вже від'їжджати. Мені було приємно бути з вами. Да благословить вас Господь. Прийміть привіт від Сакраменту, з нашої церкви, від братів і сестер. Желаю вам обильних Божих благословень. Да благословить вас Господь. Брати і сестри, я разом з вами хочу сказати слава Богу. Слава Богу, що Господь для нас створив і цей день недільний. І ми мали такі рясні Божі благословення. Ми все почули, брати і сестри. Що сьогодні було сказано тут, на цьому місці? От ви, кожний, задайте собі питання. От що я почув, що я взяв? Що я запам'ятав? Що я хочу в своєму житті привести до виконання для кращого те, що я почув? Можна просидіти тут, нічого не почути. Нічого не почути. Можна просидіти тут і ви знаєте, і бунтуватися проти всього того, що ми чуємо. А можна відкрити своє серце і з великим упокоренням перед Богом попросити в Нього милості і праці Духа Святого над нами особисто, над нашою сім'єю, над нашими дітьми і в нашому домі. В ранковому зібранні брат Віктор мав тему про те, як в домі Божому ми маємо поводитись. А я зразу паралельно в своєму розумі ввів, як в сім'ї ми маємо поводитись, християни. Який порядок має бути. Я думаю, що багатьом для нас потрібне духовне оздоровлення в наших сім'ях, у наших відносинах чоловіка, дружини, дітей, батьків і так далі. Щось я так думаю, щось я так відчуваю, що багатьом із нас потрібно знати, як ми маємо поводитися в домі нашої сім'ї. І нехай Господь нам допоможе. У нас дві нужди. Я не буду займати часу, бо сьогодні дуже було багато корисного сказано, і нехай Господь поможе його нам вмістити і втілити в життя наше. Але дозвольте мені прочитати два вірші, дуже знайомі. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває? Як хто руйнує Божого храма, того знівечить Бог. Бо храм Божий святий, а храм той – то ви і ваша сім'я. Читаю записки.
Дорогі брати і сестри, просимо молитися за нашого сина, щоб Бог дав йому покаяння, звільнив від залежності гріха. Мама просить. Мама просить. Переживання в сім'ї. Брати та сестри, вчора ми провідували нашу маму, Христину Залуцьку. Вона всім щиро дякувала за молитви, передавала всім привіт, просила, щоб ще принести її на руках молитви, щоб Господь зняв болі, які вона переносить, і поміг надалі. Наша сестра Христина Залуцька хвора. Ви знаєте, болі в тілі, вони є дуже неприємні, дуже неприємні. І тут саме підкреслено, щоб Господь зняв болі і допоміг надалі. Може, ще хто має слово? Будь ласка, ви можете сказати. Ми встанемо для молитви. Святий Боже, святий вічний, святий всемогутній, ти наш Господь, ти наш Спаситель, ти наш пастир добрий, ти даєш життя і ти дав життя для нас. І це життя даровано через Сина Твого, Ісуса Христа, а нашого Спасителя. Слава Тобі! Слава Тобі, Ісус! Слава Тобі, що Твоя любов була настільки велика. Ти прийняв тіло людське і прийшов на землю цю грішною, щоб дати спасіння, щоб дати свободу, щоб примирити нас з Отцем Небесним. Слава Тобі, що за наш гріх, за нашу вину ти був розп'ятий і була заплачена ціна за нашу праведність і за нашу святость. Алілуя, слава Тобі! Наш добрий Боже, слава Тобі за Твоє Слово Святеє, що нас навчає, докорає, що освітлює наше життя, як той світильник, і ми можемо побачити свій духовний стан, наше положення особисто нас, нашої сім'ї. Любий добрий Господи, я знаю, що всі ми, особливо я хочу сказати, простити нас, Господі, простити й мене. За все неправильне, за все недобре, за все нечисте. Наш Господь і наш Бог, бо Ти є свят Господь. Я хвалю і величаю Тебе, що кров Твоя свята має силу очищати, освячувати і виправдовувати нас. Слава Тобі, Святий Боже! О Боже Святий! Слава Тобі, Господи, що Ти благословляєш нашу церкву. Ти благословляєш нашу церкву дітьми, які є в сім'ях. І сьогодні наші діти перед нами, Господь, ми їх бачили. І ми їх благословляємо іменем Твоїм, і віддаємо їх під Твій захист, захист Твого великого імені, під захист крові Твоєї святої, їхнє тіло, їхню душу і їх дух, їх розум, їх серце. Нехай, Господи, вони будуть наповнені Твоєю силою, силою переможною проти всякої спокуси і проти всякого гріха. Боже великий, і ці просьби, які перед Тобою, Господи Святий, наша сестра Залуцька, укріпити її, знімити її тієї болі. Господи, а як вже прийшов час переходу її, бо вона вже має преклонний вік, приготовте її, Господь, повністю. Вічний добрий Боже, бо Ти є наш добрий Бог, Ти прийшов спасати. І за сина просить мама, яви милість над ним, зупини його на дорозі смерти. Не з гнівом прийде, а з милості прийде в його життя. І дай йому життя, бо ти є джерело життя всякого благословення.
Тобі хвала святому, тобі поклоніння, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, єднання Святого Духа, нехай буде з усіма нами. Амінь.